Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Дружище, знаешь, что самого странного и, наверное, страшного происходит в наше время, вот сейчас буквально? Даже, наверное, не то, что там сейчас этот коронавирус, люди умирают, и, ну, по статистике, во всяком случае, нам показывает это все. То, что нам приходится там ходить в масках везде, я не знаю, там сидеть дома, какие-то постоянные ограничения. Кстати, если тебя раздражает то, что там, ну, ты... Просто как бы у нас нету выбора, нам заставляют нас ходить там в масках там, или не, именно не больных людей, которые вообще, ну, мне кажется, как лишено какого-то смысла. Там, если больной человек, я понимаю, там, он, чтобы не заразить, он как бы должен ходить в этой маске. А если человек здоровый, и он, ну, зачем ему эта маска? И как бы нормальный человек, он сам понимает свои риски, сам должен оценивать и сам там беспокоиться о своей жизни. При том, что, ну, как бы, я не знаю, по статистике, по той же, все смотрят и видят, как от того же гриппа намного больше людей умирает, от других болезней, там, туберкулез и другие проблемы, тот же ВИЧ, там, посмотри на Ютубе, какие проблемы, сколько сейчас по процентов больных людей ВИЧем, и никакую там эпидемию не объявили, никаким образом с этим, ну, во всяком случае, я не слышу, чтобы с этим какие-то там меры применяли, боролись против этого, но коронавирус, который... Ну, я не знаю, там, не так уж, мне кажется, по сравнению с остальными опасностями, ну, такую угрозу представляет. Вокруг него раскрутили это все, как многие считают, что это вообще просто для того, чтобы, ну, ты сам видишь, что происходит на тех же биржах, на те же монеты, они постоянно там сливаются, ну, курс их сливается, но смотри, даже вот почему сегодня я буду рассказывать про монету Призм, и почему я ее купил там больше, чем именно в данный момент на 1100 с чем-то долларов, хотел на 1000 закинул, там чуть больше с процентами, ну и получилось немного больше. Кстати, дружище, если ты так же точно иногда бывает перебарщиваешь с процентами, когда на бирже там продаешь или там покупаешь, там поставь лайк, напиши в комментариях, как ты вообще рассчитываешь эти. Я не могу эти проценты, ну, мне скучно, мне неинтересно, я лучше больше закину. Ладно, дружище, в общем, к чему я это все веду? Смотри, как бы даже по монете призм, вот смотри, там курс вроде бы как падает, а вот внизу объемы торговли, да? Смотри, как происходит, очень интересно. Здесь курс начал падать, и сразу пошли, ну, увеличиваться объемы торгов. Тут опять падает, тут вообще так серьезно, здесь, опа, начался рост вроде бы как бы, да? Вот смотри, раз пошло падение, здесь закупается, ну, тут уже чуть меньше, тут закупились кто-то, начали сливать, видно, здесь опять. И смотри, что происходит здесь уже, такое, ну, падение идет, и здесь такой рост объема. В общем, к чему все это ведется, дружище? Смотри, там тоже там знакомые там в Италии, там в Испании, что они рассказывают, что происходит на данный момент. Ну и ты сам видишь по тем же, как их там, торгам на биржах, по курсам всех там акций каких-то там той же Теслы, Apple. Кто-то очень сильно захотел закупиться, и все для этого ему, в принципе, имея те же там СМИ, там, имея как бы хорошие деньги, не проблема. Ну, это мое мнение, и там мнение также некоторых людей, которые, опять же, на Ютубе можешь посмотреть, тоже как рассказывают причины этого кризиса и причины и следствия, для чего это делается. То, что нас зацепило с тобой, ну, меня, может, меньше зацепило, может, кого-то больше зацепило. Я всегда старался делать себе такую подушечку безопасности из именно активных, ну, активов тех, ну, я всегда там топил и топлю, и всем рассказываю, и всех призываю создавать себе пассивный доход. И моя как бы стратегия, она со временем дала результат. Не сразу, конечно, со временем я как бы могу сейчас жить на те же пассивные, ну, на тот пассивный доход, который там я создал себе за такое там время, которое я, ну, все видели, я все рассказывал, опять же, на моих каналах, на YouTube-канале, в Telegram-канале. Если там, опять же, кто-то еще не подписан, дружище, подпишись прямо сейчас, Telegram-канал мой. Там очень много того, что не выходит на Ютубе, просто времени на все не хватит, если там сюда еще на Ютуб снимать постоянно. Ютуб канал мой тоже подпишись, опять же, обязательно нажми, дружище, вот, подписаться и на колокольчик, потому что Ютуб сейчас почему-то для подписчиков не показывает все новые видео, которые выходят.
И нужно обязательно, чтобы ты нажал колокольчик, тогда ты будешь первым сразу получать все уведомления о новых видео. Здесь бывает очень часто такие проекты, которых надо сразу реагировать. Можно зарабатывать очень хорошие деньги, бывает даже халява определенная. Бывают определенные инсайды, на которых можно зарабатывать хорошие деньги. Итак, дружище, опять же вернемся, к чему я начал. Почему вот я считаю, что сейчас самое страшное и самое странное, то, что люди, которые практически, у них даже, просто лишились заработка, их лишили зарплаты, их лишили работы, они особо не задумываются, большинство из них, у них есть кредиты, у них есть какие-то там проблемы, долги, они, есть там знакомые, которые продают какие-то вещи, продают там некоторые даже там машины уже начали продавать, потому что, выставили во всяком случае на торги, чтобы, хоть как-то там протянуть это время, потому что люди привыкли жить определенно, многие затянули пояса, многие проели просто эти деньги и сейчас не знают, что делать. И многие из них вместо того, чтобы создавать именно себе пассивный доход, искать какой-то заработок в интернете, они просто ждут, и там, когда откроется их работа, и опять вернется все на круги своя. Дружище, понимаешь, это уже звоночки. Если там в данный момент ты не сделаешь себе вывод такой, сам подумай, если в следующий раз такое произойдет, в этот раз, может, оно не сильно затянется, но раз уже это откатывать начали, эту методику воздействия на массы, и опять же, я думаю, это даже не на нас направлено, это просто игры такие большие, там, китов, которым насрать по большому счету, что происходит там, как проблемы индейцев, вождей не, как говорится, не будем материться, ты понял, не достают их, они вообще это не воспринимают. Как оно на обычных людях это все откатывается, какой откат получают обычные люди. Все, я считаю, что мое такое мнение, что все делается для того, чтобы скупать активы, акции, там, монеты определенные, и для того, чтобы после того, как закончится этот кризис, естественно, к нормальной жизни мы уже, наверное, никогда не вернемся, но уже когда там сделают чуть-чуть такое, отпустят эти правила, которые сейчас до максимума затянули, там насчет свободы, их передвижения, на все. Уже все равно не будет такого, как раньше. Все перезакупятся они, все, цены уже многие видят, что под этот шумок увеличили. То есть жить станет намного сложнее, нужно будет больше зарабатывать денег. Ты готов вообще, дружище, еще больше зарабатывать деньги? Вот я знаю, там многие из вас там, опять же, там работают на нескольких работах, и то им хватает только на то, чтобы там как-то закрывать эти свои кредиты. Да и то, я думаю, нормально человек не может жить. Я просто когда работал тоже, для того, чтобы жить там как-то, какую-то среднюю жизнь, мне надо было там на 3-4 работах работать, и про кредиты я, слава богу, их никогда не брал. Там один был кредит, который сразу купил себе в детстве, там, не в детстве, в институте первую мобилку в кредит, и там, я помню, как я там из кожи вон лез, тогда для студента было проблематично это все выплатить. Я понимаю, когда у человека там кредитами он обвешан, это жопа. Лучше люди занимались бы там, построением своего какого-нибудь там бизнеса элементарнейшего или там источника дохода в интернете, именно пассивный доход, о чем я всегда говорю. Опять же, друзья, если самый лучший вариант — это в нашей команде, где мы активно развиваем сейчас проекты, которые позволяют нам, именно всем командой работать, где все друг другу помогают, обучают, делятся опытом, все опытные люди, которые наши админы, которые обучаются и делятся своим опытом с новыми товарищами, с новичками, которые пришли и по-настоящему хотят зарабатывать. Здесь уже есть хорошие результаты, и вся команда работает. То, что я всегда и говорил, что вместе мы сила, когда каждый член команды, когда все в команде работают на результат каждого. Никто никого не бросает, все поддерживают друг друга, и все достигают хороших результатов. Если ты хочешь зарабатывать именно в команде, обучаться, если ты понял, что после этого кризиса, что тебе обязательно нужно иметь пассивный доход, ты его можешь создать как можно быстрее, Ссылка будет внизу под видео, будет ссылка на чат, заходи, пиши, что хочу
обращайся там любому админу и вообще заходи в этот чат, тебя поприветствуют и расскажут, как тебе максимально быстро и максимально там комфортно выстроить себе заработок, пассивный доход выстроить для того, чтобы ты зарабатывал нормальную сумму денег, которая тебе хватило бы и закрывать там и свои твои кредиты и потребности, нормально жить там, чтобы ты там не ходил и не отказывал своему ребенку каких-то там, я не знаю, игрушках, каких-то какой-то элементарных продуктах питания, которые просто не позволяет твоя зарплата, там, я не знаю, купить это. Ну, я много часто вижу такую картину, когда там стоит отец или мать, и ребенок просит купить ему, ему говорят, что все, денег нет на это, как бы, все, до свидания. Это не Медведев, который, ну как бы тоже, да, тоже молодец. Сказал, денег нет, но вы держитесь. Вот, ну, не надо быть таким Медведевым для своих детей. Это, наверное, мне кажется, самое худшее. Ладно, он там, он же не своим детям так сказал. Он пенсионерам сказал, да. Ну, тоже. В общем, каждый понимает всю эту ситуацию. Друзья, давайте, что сегодня буду. Расскажу дальше, почему я купил именно монету призм. Хочу, опять же, этот эксперимент провожу для того, чтобы создавать именно на монетах, те, которые дают пассивный доход, создавать зарплату, так сказать, на которую можно жить. Я прикинул, что на данный момент самая лучшая цена. Опять же, посмотрел разные там инвестиционные инструменты, которые тоже там рекомендации дают, и которым я как бы, ну, наблюдаю, они там нормально справляются. Ну, например, этот investing.com есть, там тоже как бы тоже советуют, что, ну, не советуют, они такие прогнозы дают, что монета будет расти. Я тоже предполагаю, что она будет расти, поэтому я закупил по 2.36, да, вчера я закупил, дальше будет видео, где я вчера закупил, сегодня его добавлю. Ну, со вчерашнего дня на 3% она выросла, плюс не забываем, что я их инвестировал там в SpaceBot, еще плюс 15% в месяц. Это не 7% в год на как банковские вклады, плюс, ну, как бы, SpaceBot там можно зарабатывать еще и не только пассивно, но еще и активно, опять же, ну, там, обратитесь в наш чат, там все вам расскажут, как зарабатывать, как создать именно себе зарплату нормальную, без каких-то там рисков, что вы там, кто какой-нибудь новый опять вирус придумает, какую-нибудь войну запустят там, или еще что-нибудь, и мы останемся без зарплаты. Опять же, очень важно, что этот данный способ заработка позволяет вам зарабатывать там, просто сидя дома, если эпидемия, или там, ну, не дай бог, война какая-нибудь, вы можете зарабатывать вообще с любой той точки мира, как бы, и жить там, где именно вам нравится. Вы не привязаны к каким-то работам, вам не надо заходить как-то, ну, утром просыпаться по будильнику и ехать на работу через весь город. Итак, друзья, дальше я расскажу, ну, будет видео, как я вчера покупал данную, ну, монету призм, и в конце расскажу о конкурсе тоже на 100 монет призм. Итак, смотрим число. 5 мая, 18:40. Смотрим, обновляем, какой курс на данный момент. 20.36 в рублях. И смотрим на биржу. Вот зашли, обменял я эфиры на доллары. Получилось чуть больше, чем 1000. Я там закладывал проценты, но чуть больше. Но ничего страшного. Видео все равно останется, сумма конкретно. Смотрим, какие цены здесь. Тоже обновляем. Смотрим. 0.316. Продают, покупают по 0.313. Ну, минимальная разница, конечно. Не будем мы выставлять тут, морочить с ордерами, чтобы время не терять. Будем покупать прямо отсюда, выкупать. Так, поехали. 3.17. Есть. 5000 уже купили. Пошел. Не знаю, наше, не наше. Так, 21 тысяча уже купили. Вот как раз закупка пошла. Смотрю, народ
начинают закупать. Не знаю, хорошо это на данный момент или плохо. Ну, плохо в том смысле, что сейчас могут сразу перекупщики сразу и распродастся. Так, да, не хватает мне чуть-чуть. Так вот. Все, закупил я 36 тысяч. Получилось 162 призма. 5 мая. Будем следить дальше. Сколько получится у меня заработать, приумножить. Вот смотрите, сколько выкуплено было. Может, кто-то что-то знает. Курс сейчас. А ну, смотрим. Отреагировал курс на эти покупки. Ну, пока нет, конечно, естественно, уже по всем биржам там средняя. Но в любом случае, такой эксперимент сделали. Сумма около 1000 долларов. 5 мая. Будем смотреть дальше, что произойдет. Как увеличится, приумножится моя такая инвестиция или нет. Ну, мне честно говоря, вообще призм нравится своей идеологией, своей именно идеей, людьми. Там люди довольно-таки активные, поддерживают друг друга. И вообще мне интересно следить за этой монетой. Я, естественно, мне нравится она, поэтому я ее прикупил. Такой же и вам совет, друзья. Делайте то, что вам нравится в жизни, и будет у вас все хорошо. Так, поэтому по продаже... Покупки, точнее. Я не знаю, мне еще, конечно... Не знаю, дружище, напиши в комментариях, может еще прикупить призм. Мне интересно, мне что-то так... Какой-то азарт пошел. Хотя, конечно, это не лучший советчик для инвестора, но мне почему-то может еще столько же прикупить. А может и нет. Цена интересная на данный момент. Есть у меня такие интересные мысли для наших... Товарищи, кто подписался у нас там в чат, в телеграм-канал, там озвучу. Интересная у меня есть идея, как это, как приумножить эти призмы и как на этом еще заработать. Так что, друзья, следите за новостями. Буду постепенно анонсировать эту новость. Ну, в первую очередь, естественно, мои подписчики получат эту возможность. Так, друзья, ну... В принципе, я думаю, так, стандартный конкурс. Давайте на 100 призм сделаем конкурс, чтобы вам интересно было следить за данным экспериментом. Напишите в комментарии, что получится у меня приумножить, и, например, там, ну, там, в течение месяца. И напишите, во сколько раз получится приумножить. Или я потеряю, у меня... На сколько раз я потеряю, там, уменьшится мой капитал, там, сумма это 1100, там... 30 долларов или 50 долларов. Уже там сами посмотрите. И давайте, друзья, как только наберется 50 лайков под данным видео, я разыграю эти 100 призм среди тех, кто написал комментарии, подписан на мой телеграм-канал, YouTube-канал и поставил лайк, естественно, под это видео. Так, на этом все, друзья. До новых встреч!